Привет, друзья! Как насчет того, чтобы узнать, как мы стираемся, когда я путешествую, когда мы живем в арендованных квартирах, где нет стиральных машинок? Сегодня я расскажу о ландроматах, постирочных машинах или специальных компаниях, которые предоставляют вот такие услуги. Но не забываем, что они предоставляют только машинки, стиральные, сушильные машинки, а все остальное мы делаем самостоятельно. Первый раз, когда я столкнулась, это был просто такого уровня стресс, я вам даже рассказать не могу. Но сейчас я приехала сюда, и это уже выглядит как-то обыденно. Я приехала постираться в ландромат. Итак, история началась года 2 или 3 назад, когда я путешествовала с семьей по Трансканаде. Мы пришли к заключению, что количество белья, которое у нас есть, оно уже как бы вручную постирано быть не может. То есть его мало то, что постирать надо, его где-то надо высушить. Ну и, соответственно, мы начали искать, вот какие есть варианты. Ну, из фильмов американских мы знаем, что вот есть такая вот, ну, вот такие вот там офисы, да, куда ты приходишь, и там куча стиральных машинок, ты бросаешь свое белье и как бы стираешь, и тут же сушилка сушит, и очень все это как бы удобно, и все бы было хорошо, если бы мы знали, как этими делами пользоваться. Я, моя мама и как бы, ну, вся моя семья относится к людям, у которых есть всю жизнь были стиральные машины. Ну, короче, опять же, в Google Maps вводишь ландромат, и оно тебе сразу выдает ближайший. Ты приезжаешь туда, и там вот видишь такую надпись, как бы «Стираем за деньги». И вот это было очень сложно. Почему? Потому что я разобралась сразу, да, вот ты принес свое белье, и дальше нужно разложить. Это то же самое, что я делаю дома, там, светлое к светлым, темное к темным, холодная вода, горячая вода, а теперь куча кнопочек, которые надо нажать, и плюс к этому куча мелочи, которую нужно засыпать. Где брать эту мелочь, куда ее засыпать. Ребят, на самом деле, это сейчас очень смешно, и я достаточно очень сильно как бы адаптировалась к этой тематике, а вообще первый раз это был капец, просто капец. Первое то, что обратила на себя внимание, понятное дело, что вы должны приезжать со своим порошком стиральным или там стиральной вот этой жидкостью, ну, в общем, все то, что вы вкладываете в машинку, это ваше. Его можно докупить, и тут очень удачная опция для тех, кто путешествует. Это специальные такие вот кубики, да, внутри которых вот одна порция постирочного вот этого не порошка, но жидкости. Это все великолепно, но этот кубика одного хватает на такой объем одежды, что если вы стираете нейлоновые вещи, у вас будет не то, что там пена Афродиты внутри машины, но капец, что будет твориться. Поэтому все-таки лучше наливать. Хотя, когда путешествуешь, намного удобнее, конечно, возить вот эти вот пластиковые кубики. Все это длится 29 минут, там 30-45 в зависимости от того. Но не нужно забывать, что это все-таки не домашнего, а это как бы производственная машина. То есть стирают они реально здорово. Моя подруга очень сильно настаивает на том, что когда я пользуюсь такими вещами, обязательно добавляю специальные жидкости, которые как бы дезинфицируют внутри машины, дабы какая-то зараза извне не пристала к моему белью. Возможно, это имеет сенс. Я добавляю вот эту жидкость, когда есть, я добавляю, когда нет, ну, уже как бы проехали. Я думаю, что имеет смысл, потому что стирают, ну, как бы, вот как я видела, стирают вещи, знаете, как бы и трусы, и носки, и пиджаки, и пальто, и ковры. То есть поэтому лучше что-то добавлять. И дальше мы идем к сушилкам. Сушилки тоже производственные и производственной мощности. Ты кидаешь первые 25 центов этих, вторые 25 центов. И это как бы 10 минут или сколько там. В зависимости, цены везде меняются, как, так же, как и время, и мощность машины. Ну, в общем, ты как бы бросаешь, а потом, значит, оно все это заканчивается, вынимаешь, и, блин, одна часть твоего белья сухая, вторая мокрая. И это нормально, потому что в домашних условиях мы редко сталкиваемся с тем, что ты сам устанавливаешь время, когда ему там сушиться. Обычно мы устанавливаем не время в домашних условиях, а программу. И в этом смысле, конечно, больше контроля в руках, когда вы стираетесь в ландромате, сушитесь в ландромате, потому что
ты выставляешь, вот, ну, мне это опция очень сильно нравится, потому что я выставляю там 10 минут всю нейлоновую одежду там в этот вот трекинговую свою вынимаю, чтобы ее не пересушивать, сразу же складываю. А такие вот там катоновые вещи, хлопковые, они там дальше как бы крутятся с этим, с полотенцами, со всеми этой ерундой, ну, до полного высыхания. И это очень здорово, потому что если нейлонку опустить в сушильную машинку по времени такое же, как и полотенце хлопчатобумажное, ну, как бы ваша нейлоновая вещь будет как бы, ну, не рада этому моменту. Ну, в общем, да, ландроматы. Я рассказываю эту историю только для того, чтобы вы знали, что ландроматы есть такая опция, особенно в Америке она развита очень сильно. Я имею в виду, что Северная Америка, она вся покрыта этими ландроматами. Мне кажется, это очень удобно, особенно когда ты путешествуешь. И если у вас накопилось какое-то вот там количество белья, которое не может быть постирано вручную, вот такие как там, я не знаю, там маленькие трусики, носки какие-то, я не знаю, там мелочи, да. Вот если это крупная одежда, которая должна быть постирана именно в стиральной машинке, добро пожаловать. Ландроматы созданы специально для нас. История из Канады. Счастливо!